Киеве расследуют взрыв в одном из магазинов компании «Рошен», принадлежащей президенту Украины. Неизвестные закрепили на стене устройство, после срабатывания которого осталась полуметровая дыра. Пострадавших нет, все случилось около полуночи, когда магазин был закрыт. Подобных случаев уже было 5 за минувшую осень и зиму. Тогда торговые точки забрасывали камнями и оставляли записки со словами «за невыполненные обещания». Но касается одно, касается самой компании. Прошел год, как Порошенко сказал, что ее продаст, но сделка так и не завершена.